хорошо выступил. Вот отлично. Вам, вы его очень поддерживали. Вот вам самому не хотелось выйти, поддержать, как-то ему, может, там, подтолкнуть соперника? Да это, конечно, как всегда хочется налететь, как за друга. Ну да, он очень неудобный, нестандартный, большой, очень тяжелый соперник в плане, вот знаете, подготовки к такому сопернику. Потому что вес большой, может прилететь откуда угодно, это не как бы у нас, у легковесов. Здесь парни бьют намного сильнее. Вот он приехал один, как видела, да, его никто не поддерживал, но... у нас была такая поддержка. Ну да, это всегда как бы, когда ты куда-то уезжаешь в чужой город. Там ты, знаете, здесь с одной стороны на тебя давят зрители, ему проще. С другой стороны, наоборот, для кого-то, когда тебя поддерживают, в этом плане тебе проще. Узнают ли вас, может быть, уже на улицах? Да? Может, так какие-то люди узнают, что вы боретесь, и начинают там как-то подбадривать, поддерживать? Это, знаете, когда-то, когда было у нас со спидвеем, сначала у них было... там 100 человек зрителей. Сейчас я прям пропустил по своей причине только пару турниров. Я думаю, так это будет и у нас. Зрители также, вот я думаю, подтянутся и будут поддерживать также нас не меньше, как и спидвеистов. Спасибо.